Так, ну чё, давай покажем. Впервые. Ну чё? Блядь. Вот. Блядь, она, короче, не смотрела, но сейчас смотрит. Угу, всё нормально. Да. Привет, Кирилл, я вот... Здорово, братан! Как у вас тут, в... где вот вы, в Ростове? Вот обезьяну нахуй отсюда скидывай. Здорово, садись на мясо. Привет, ребят. Вот у меня есть звезда. Познакомились в Майнкрафте. Он мои домики гриферил. Думаешь, этому не достанется? Надеюсь, что нет. Сейчас просто это... Короче, не Моргенштерн подъедет. Да. И в кальянку поедет. Ну, жесткий раскумарчик будет для легких. Ну да, такую баньку устроим для легких. А это мут был? А? Что это было? Да. Ну расскажи вообще, да, какими судьбами? Ну, короче, ребят, тут говорят, в Таганроге красивые девочки живут. Ну, вообще, в Ростовской там, области. На самом деле повезло, одна единственная. Да? Да, да. Там все остальные, да, яркие. Я сейчас, этот, секундочку. Потяни время что-то. Ребят, привет. О, чат, наконец-то чат вижу. Чё за НН рядом со звездой? Сам в ахуе, блядь. Кого-то подсадили, я тут стримлю. Fortnite, Лего играю. Блядь, ги... Ой. Осуждаю. Так, вот, все нормально, потому что там не будет фокусировка перепадать. Вот. Чё это было? Ну... А, это моя трость ебейшая. Да-да. О, да. А ты ну... девочку трахнул? Вот эту? Да. Нет, она, смотри. Молодец, там, блядь. Ну, ты... Ну, рассказывай. Сегодня распаковочка устроится. Блядь! Ну, рассказывай, короче. Ну, ребят, короче, девочку увидел на стриме у Кирилла. Кирилла. Угу. Пятерки, а.к.а. Он там, ну... Ну, короче, ну, пиздец. Ну, влюбился с первого жест... взгляда. С первого взгляда. Я сразу написал еще до этого свидания. Сразу надо, блядь, брать. Так. И, блядь, она сейчас смотрит, и мне как-то страшно. Угу. Ну и все, я такой, блядь, надо ехать. А я учусь на третьем курсе, у меня там пиздец, да, сессия, кстати, пизда, сейчас... меня вот так, бля, бом-бом-бом, блядь. И я на прошлой неделе решаю, если я за неделю закрываю все, у меня на следующей неделе будет зачетная неделя. То есть, да. Ну, типа, если зачета не сдал, идешь нахуй из университета. Ну там, пересдать, ну, ну, в итоге нахуй. И я за одну неделю на жестком. На жесткой мотивации ебашу за двоих. И, блять, просто нахуй все закрываю каждый день. Она меня подбадривает. Я такой думаю, надо еще сильнее. Нахуй я работ 20 закрыл за одну неделю и все. И думаю, ну, блять, если я это сделал, то, блять, съездить в Ростов. Хуйня вопрос. А я так еще батьку что-то такой, ну че, батек, я в Ростов. Он говорит, а нахуй я? Я говорю, ну, где у тебя запикалка? На какая кнопка? Вот. Не-не. Жёстко. А? Так. Ну, короче, жёстко гулять, жёстко... Чё? Гулять, да. Отлично. Ну да, жёстко гулять, короче. Свидание можно сделать, контент, а то я уже да. Попал из стриминга. Инфополя. Да, инфополя, блядь, уже какие-то там MC Макса, ХБшки, хуешки. А во сколько завтра планируется это свидание? Рассказываю. Вообще, по планам, по договоренности, она... Ну, я ради нее приехал сюда к вам. Угу. Ну, да, бом-бом. А так. Она так. Сбегает от бабушки. Она сказала, я пойду к подружке. Так. Она в Ростов приедет? Да, она завтра приедет в Ростов. Так. Завтра приедет в Ростов. Ты, получается, у тебя стрижка. Да. Она у тебя до скольки? Допоздна. Так. И или мы... до стрижки, или после стрижки. Лучше после, конечно, стрижки. Ну все, после стрижки оформляем свидание. Где? У тебя дома. Ты охуел, блядь? Может, блядь, вам еще тут раскладушку ебануть? Не, ну, а нахуй куда аппаратура весь? Ну, значит, он не Моргенштерн. Я там видел, он хотел что-то в Таганрог, блядь. Бля, не Моргенштерн, здорово, Валера. Сейчас, подожди, я еще должен написать. Единственное, что я знаю, он не Моргенштерн, то, что его Валерой зовут. И то, что с ним MC Макс, блядь, просто кореша, нахуй, лучшие друзья. Блядь, завтра же это еще вот это самое главное, блядь, безбровное приедет еще. Не, он нормально стал. В смысле? Но он испугался, что его в поезде удушат. Так. Я, блядь, в поезде это пиздец. Я еду в поезде, типа,
поезд пустой, наполовину пустой, типа, и там либо бабки, либо, ну, так получается, люди без ног, без рук, и все ебашат в Ростов. Я думаю, нахуя, блядь? Угу. И я что-то прям... Так... Я думал, из Ростова уже как бы. Не, в Москве просто делают операции, где... и мне было стрёмно то, что... Ну, стрёмно то, что даже никак не помочь ребятам, они молодцы, или... Ну... Насколько ну, то есть ты оцениваешь, то есть, что твоя поездка увенчается успехом? Ну, я уже здесь. Я же сюда приехал твой дом пранковать. Нет. Нет, ну, вообще, на самом деле... когда зашел? Да, это она. Ну, сейчас, сейчас. Ну, я вообще приехал сюда жестко, как говорил. И, ну, ну, ладно. Конечно... Музыку чуть потише. А я просто без наушников, я не, у меня сейчас нету этого контроля ебучего. А, еще надо Саню, блядь. Ну, на ринг, я думаю. Ну, потому ты, что... Ну, это... да, ты должен как бы отбить сначала женщину. Ладно, расскажи, тебе вообще не стыдно, что вот Саша к ней подкатывал, у них были вот эти свидания, и ты вот сейчас... Так вот она просто... ему сразу сказала, Саня начал к ней по Дискорду подкатывать, она говорит, мне уже звезда пишет, давай, Сань. Пока. Поэтому и тебе не стыдно, нахуй? Ну, это ебать, ты бы... видел? Саня, нахуй, пусть этих своих в Таганроге 16-классниц, ой, 16-леток. Я уже все старый для 16-летних, все, возраста уже, все, часики тикают, 20 лет уже, прикинь. Да, а во сколько, сколько тебе было лет, когда ты в первый раз мой домик загриферил? 16. Пиздец. 4 года назад, СП-4 как раз, нет, ну нет, 3 года, наверное, назад. А, блядь, знаешь еще что? Сейчас, подожди, короче, надо... буду делать эдиты в ТикТоке, типа 2000 какой-то там, и ты гриферишь, и я говорю, звезда, я тебя ненавижу. А сейчас я куклу вот. Должен выебать? Нет, блядь, а сейчас, типа, мы с тобой вместе такие, и там будет замедленный кадр, и типа мы такие радостные, смейся, типа. Блин, звезда, ты мой лучший друг. Звезда ему сегодня. Все это для эдитов, спасибо, спасибо. Спасибо, вот, блядь, ёп. Вот, ну, Я вообще хотел костюм обезьяны примерить. Да, сейчас будет костюм обезьяны. А, в ну... костюме обезьянина уже. Да, сейчас, ребятки, костюмчик обезьянки сейчас будет. Так, пока стример отвлекся, пойду на СП разбаню ребят своих. Блять, пока там нахуй Майнкрафт запустится. Все, давай, уже все. Так, я готов, теперь ты одевай. Нет! Блять. Так, давай, обезьяны в офисе. Туда руки или нет? Не-не-не, вот, блять, вон она, штанина, видишь? Вот, а вот это потом на шею вот так напилишь. Я в последний раз залазил в костюм члена. Так, ну и теперь, наверное, прыгай, подпрыгивай. Ага, ага. И там надо ноги так, засунуть, руки. Дырки ебучие. Ноги засунь, дырки там, нахуй. Так. Блять, ёбаный в рот, блять, порвало, нахуй. Так, вот это на шею. Все, залезай. А, и еще смотри. Сейчас я тебе сделаю. У тебя это есть штаны? Блять, нахуй, блядь! Сука. Да блять, что ты робишь, блядь? Да ебаный рот! Ты сделал? А я могу вот так. Я так, не знаю, это видно. Да блять! Так, сейчас, подожди, стой. Бля, жалко, я тебя в карман засовываю. Смотри. Звезда, блять! Что ты делаешь? Посмотри вниз. Вот, где я тебя трогаю. Все, короче, похуй. Просто. Да поебать, засунь куда. Так, все, а ну-ка остановись. Алиса, включи свет. Сейчас, ну, поддувается. Не, нормально, нормально. Да, нихуя не изменилось. Оно почти не видно. О, блядь! О, нет, блядь! Ну что, пятёрка? Гриферить, блядь! Гриферю дом пранк обезьяной! Нет, блядь! Он загриферил меня нахуй опять! Блядь! Где наборы Лего самые дорогие? Нет, сука!
Нет, блядь! Блядь, я не могу взять. О, дом... Да не делай ты, сука! Блядь! Блядь, раз... блядь, не делай, блядь, сука, не делай, долбоёб! Ну да. Да не трогай, блядь, это мой любимый набор, сука! Отпусти его, нахуй! Ну я в руке. Дом твой, поставь. Блядь, ничего не трогай! Ёбаный ты козёл, блядь, он рассыпается, нахуй! Вот так и приезжай. Блять, знаете что? Отойди, пожалуйста. Вот туда отойди. Блять, он загриферил, блять. Он реально загриферил набор, с которого строился мой дом. Реально же, блять. Да иди нахуй, блять! Ёб твою мать, блять! Не... Да не трогай, сука, блять! Блять. Починю? Ну ты как? Всегда дом чинил, выше, вот и сейчас. Да, блядь, хуй, ты всегда его чинил, блядь. Щука пранк обезьяной, нахуй. Ой, блядь. Не, ну нихуёво. Ай, может, я... Ой, ой, ой. Блядь, как в G.I. Joe Club, только наоборот, блядь, там, кстати, да, это происходило, нахуй. Хуя. Так, ну, Рыта... Разве это? Сейчас. Звезда заглухи. Найди номер Олега. Блять, да что ты делаешь, нахуй? Сука, что ты делаешь? Что ты, блять, бобра моего? Так, вот там в кармане просто выключай. Не дают постримить, нахуй. Здорово, добавь мою фотку на обложку, пожалуйста. Твою? Ты мой добавил. А, да? Я вот тебя ноут прочитал. Так, точно добавил? Ну, можно перепроверить, но вроде реально добавил. Блядь! Бубаный рот! Блядь, трой за 55 миллионов, нахуй. Что ты делаешь, блядь? У тебя дома грифер. Нахуй ты делаешь, блядь? Нахуй я приехал? Алло, Бородор, блядь. Угу, угу. Так, ну ты куда-нибудь кинь там нахуй. Ну вот сюда я тебе сегодня планирую положить раскладушку. Бля, охуенно. Ну ты можешь вообще поближе подвинуться. Какие у тебя вообще, то есть вообще... Планы грандиозные. Да. Смотри, завтра у тебя свидание. Ну, со стримом. Ну, наверное. Потом, блять, это нельзя. Или можно. Нет, это можно говорить. Я ночую. Или нет, лучше на свидание сказать. Ты я ночую не у тебя дома, брат. И с нами будет MC Max. А, MC Max не будет у меня спать? Завтра нет. Завтра он ночует. Я просто боюсь от... На похуй, пошла эта нахуй ХБшка ебаная, блядь. Я нахуй... Ну я просто на всякий случай, ты просто разгоняешься, я подпикну, если что-то надо. Ты рассказывай. Короче, MC Max ныл, блядь, ХБшка, изменила мне. Я говорю, братанчик, мы едем в Ростов, город, о которых пел, кто-то пел, Шнуров пел о них, да? Ага. В Ростове шикарные... Так, ну? Ну, и по итогу. Я говорю, братанчик, все. А, я пожаловался Диане, то, что MC Max негде ночевать. Так. То, что ему ни в отель не заселить. Его нахуй все послали, сказали, ну, MC Max, вот... пиздуй нахуй, потому что у тебя ни паспорта, ничего. Блять, он сюда едет без паспорта? Опять? А смысл паспорта, если ему 17 лет, его никуда не заселят без билета? Блять, ну, поезда на билет, ой, билеты на поезда делают, даются по паспорту, например, не? Кто не знает. Ну ладно, ну-ну. Так. Ну и я, пожалуйста, Диане, с которой завтра будет свидание, она говорит, а у меня есть подружка. Так. Которая имеет двухкомнатную квартирку. Нихуя себе. У которой я планирую остаться ночевать. Так. Ну, и если свидание хорошо пойдет и я, ну и MC Max с нами. Угу. Угу. Слушай, мне кажется, как будто там лишние... Но он просил люди... это не говорить. Ну, мы никому не скажем. Да, я тоже так говорю. То, что он сказал, типа, вот, на меня ХБшка обидится. Да пошла она нахуй. Да пошла она нахуй, я согласен. Она там кого-то, кто, блядь, сожрала. Сожрала, блядь. Это просто пиздец. Я на его рот жрала, блядь.
И, скорее всего, его хуй жрала. Да, блядь, и, блядь. Ну и по итогу, что я могу сказать? Слушай, ну у меня такой тогда вопрос. А ты, тебе как вообще, ну, нормально будет, ну, ну, если будет, да, там какой-то непосредственно шрекенбокер, да, у тебя? Ну, просто если вдруг тебе повезет, да, когда-нибудь в жизни. Не, ну если да, если я умру не девственником, как MC Max 21, потому что не успеет реализоваться, то... Вот, я хотел тебя спросить, да, то есть, ну, получается, в квартире будет кто-то еще? Нет, это тогда будет с нами MC Max ночевать. Ну, MC Max будет, я так понял, в соседей, или похуй. Короче, MC Max будет на коврике там ночевать, блядь, в двухкомнатной квартирке, не суть. А потом, то есть уже послезавтра, утречком MC Max'а нахуй из квартиры, или он с девочкой остается вдвоем наедине. Так. Я ебашу в Таганрог. С Дианой уже. Ага, так. Нихуя себе. А блядь, что будет дальше, я не знаю, потому что я ее ни разу не видел в реальной жизни. IRL. Я так с ней знаком только по созвонам пьяного меня после я маминого дня рождения. Я вообще осуждаю. Был у мамы день рождения, так, и я решил... Я это, не, нет, это клянусь, то, что я никогда не пил на праздниках семейных, потому что, ну, это кринж ебаный. Ты, блядь, все вроде пьяные, а ты такой сидишь трезвый и типа и норм. А когда ты пьяный тоже с родителями, и там может быть там... Ну, ты же родителям не скажешь, поехали в дрочильню, как к своему братанчику, нахуй. Ну, короче. Ну, и, короче, я выпил немножко. И хотел пообщаться, ну, типа, я хотел пообщаться с женщиной. Это было на прошлых выходных. Я звонил, а я знаю, она в пятерке есть Дискорд, в самом лучшем Дискорде пятерка. Она есть, да? Да, 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 нихуя. Есть, когда вот после свидания. Я говорю, зайди в паблик, я тебя наберу. Это был тогда стрим с ебаным пиратиком. Я его нахуй, это просто пиздец. Ну, пиратика я знаю, вот это, как его, пират? Нежный пират, да. У вас как раз был стрим с ним. А я как раз, у вас стрим закончился, и я подлетаю в Дискорд, начинаю с Дианой общаться, и залетает пиратик и начинает меня разводить. Ну чё, покажи член, покажи, разденься. А я был... Он залетает в Дискорд, и, ну, а я какого свой... хуя он залетает и просит тебя... Паблик, это ебаный паблик, где может любой школьник зайти, блядь, и начать фрикамить там. Так, ну ладно, фрикамить. Ну-ну-ну. Ну и чё, блядь? Ну ты показал? А я общаюсь с девочкой, да, а нежного пиратика я давно не видел. Я говорю, ебать, 2 года не виделись, как так? Ну-ка, расскажи свою историю. Он там сначала начал рассказывать, а я что-то такой, ну, охуенно сидим. Ну, и я начал это на турничке, бом-бом. Угу. Ну, я просто не... Ну, у меня дома есть турник. Я начал бом-бом на турничке, но я уже спать ложился, планировал, и я был только в трусах. Так. И еще проблема цвет моих нижнего белья. Так. Ну, слишком такой. Нет, ну не, все нормально, ребят. Покажи. А. Да, блядь, сейчас нет. Ну, да, ну ладно. Да, вот такой. Да, блядь. Ага. Ну и все, я... А тогда был цвет невидимый. А там... А? А тогда невидимый цвет нижнего белья был, да? Не, я что, дурак, что ли? Не, серьезно, блин. Ну да, не в паблике, как бы. Ну не в паблике, ёбан, в личке, да, в личке можно с пацанами, но, как всегда, каждый выходные. Помнишь, как ты это... Да я понимаю, когда не надо говорить. Что еще сказать? О, да, что-то, может, у тебя какие-то еще концерты, там, выступления... Да что-то я хотел сказать. А, ну вот, я что-то пообщался с этим ебаным пиратиком. Он меня разводил. И, слава богу, она, как умная женщина, меня остановила. Сказала, пойдем в личку, и все. Так, а вы долго уже с ней общались? То есть у вас как вообще переписка идет? Ну, это, кстати, за последнее время это первая женщина, с которой я поддерживаю переписку обычно. Я осуждаю такое, но я такой, я на даче, я в городе, я в Москве, приезжай, типа, вот такая. А тут я прямо поддерживаю, типа, узнаю, потому что реально интересно, потому что это, ну, типа, сердечко. Ну, я бы не поехал, типа, 1000 километров просто так. Сколько тебе девочек, вот, ну, правда, вот, дали... Распаковка? Ну, дали писю свою понюхать только за то, что ты звезда и гриферил дом пятерки. Все. Блять, он монетизирует мою славу, блять. Он писит на мою славу. Ну, конечно. Ты человек семейный. Угу.
А ты вот то есть пользуешься, да? То есть... А у меня все, сегодня последний день. Я предупредил ее, сказал, я сегодня отрываюсь. У меня как мальчишник, ага. А потом я уже человек семейный, сколько серьезный. У тебя денег? Сейчас на карте? Да. Ну, это хуйня полная. Ну, хватит только, чтобы тебе дрочили, и я только смотрел. Ну, ебать, мне это... Не, просто когда я один, не очень мне кайф просто смотреть. Ну, что-то каким-то там попахивает. Да ладно, слушай. Да не, он на самом деле за такое можно дважды это сделать. Не понял. А потом можно еще кому-нибудь позвонить. А вообще это может бесплатно, блять, просто оформить. Я у вас погулял по городу. Угу. Стоят женщины. А, да? Не, ну есть. Ну, потому что они там, ну, там есть возле вокзала улица, так сказать. Да, там... Не, ну там бывает. Меня да. чуть не убил на вокзале. У тебя чуть не убили на вокзале? Интересно, за что? Я вышел. Только вышел с охуенного вокзала в Ростове. Гололед. Сверху все деревья с сосульками. Вот ага. С такими сосульками. Это правда, это правда. Я только подхожу к первому дереву, дует ветер, и с этого дерева ебашат сосульки. И так... Тыщ! Я думаю, ебать. Блять, прям это я. Реально, 2 сантиметра перед головой. Я как раз еще капюшон снял, чтобы с мамой поговорить, сказать, типа, вот, меня братанчики встретили, то, что вот, все охуенно. Я... Кстати, а кто тебя встретил? Ну, мама, чтоб не переживала. А, ну вот, все, никто не встретил. Мне 20 лет. Угу, угу. Ну, это я ловушку поставил, чтобы он не добрался. Ну, как да, видите, да, он добрался. Чуть-чуть, не, реально чуть не бил, я охуел. Там звук был, как будто все, как будто это мой последний день. Так, ты пока еще затащи, потому что мне надо уточнить. Вот так вот. Все. Уже уточнил. Блять, и еще я такой подумал, ебать, неужели это был потоп Брисона у вас? У вас реально, блядь, везде 2 сантиметра. Да, да. Потоп Брисона, блядь, правда. По-любому. Он ждал меня, нахуй. Вообще, какие у тебя идеи по хайпу, по, так сказать, медийному, или тебя это не интересно? Вообще, что случилось у тебя вот в жизни, потому что зрители тебя... Ну, был у меня человек, на котором я хайповал, да? А он что-то на СП перестал заходить в дом к себе. Угу. Которого нахуй нет. Его Брисон снес. Ну. А когда он его снес? Ты это заметил спустя 2 месяца, и типа, я не знаю. Да и ебаные майншилдовцы пиздят идеи в наглую. Я наткнулся на роль, ну типа, у меня иногда реки выпадают. Там чел типа, вот, сделал потоп, и хуярят мой скин, только не черного. А скин пивомена. Угу. И у него то там скин пивомена, да. Тоже твой скин, да? Ну, конечно, я там не видел ни разу. Пивомен, алкомен. Да? И он реально украл твой скин? Просто взялся на превью, поставил и написал поток. Охуеть, блядь. Хайпит на твоем имени. Естественно. Бананчики. Бит. Вот, хотел тебе вот показать. Бананчики. Просто. О, нихуя, у тебя все зажило. Бананчики. Ну, так просто. Даже когда эти. Ты мне подарок привез? Нет, все закрыто. Я реально хотел с цветами к твоей приехать. Да? А все в нихуя не работает. Тут, блядь, в ебаном Ростове после 11 нихуя все закрыто. Из столицы, я думал, ты мне привез что-то из столицы. МС Макс. МС Макса, блядь, он из другой столицы. Да. Культурный. Ну да. Вот пила струна. Ее надо... А ты не хочешь ее повесить к себе? Ебать. Блять, это будет. Ну, сейчас и нельзя-то, конечно, так делать. Но это будет, сука, реально. Там же даже зацеплять не просто. Ну да, да, накинуть. Но сейчас нельзя. Ну, бля, это реально хайп. Вот так повесить, да. Че вообще еще там это как тебе? Блять, дело в том, что мы пока туда приедем, оно уже все там нахуй закроется. Поэтому нормально. Они сказали, тут света у вас где-то нет. Все, пизда. Нет, это в Оксае, это соседний город. А ты в, ну, вообще нормальную одежду брал какую-то теплую? Ну, кожа. Я горячий. А, бля, я понял. Ну... Да не, я в зимней куртке приехал, и у нас минус 20 в Твери было неделю назад. А Тверь это далеко? Это между Питером и Москвой, это вот как раз. Но ближе к Москве, то есть это
Но учишься ты в Москве, типа, да? Да, учусь в Москве, живу в Москве. А почему вы не вместе с МС Чумой приехали? А нахуй мне нужен? Блять, мне тот же самый вопрос. Типа, я сюда еду, ну, типа, пранкануть дом пятерки. Это первая цель, ну, типа, это в перспективе. А вторая цель — это жестко погулять. Ну, да. Сейчас я на донесе отвечу. Сек, пожалуйста. Ой, блядь. Просто за АФКш как будто. Сыночка, я в Сан-Тропе. Здорово. Добавь мою фотку на облогу, пожалуйста, или... Еще год быстро проходит, с 13 зрителей поднялся до сотен, откуда все деньги моих суд не заботит? Донаты летят, нет, это сусок заботит. Да проебался. Да поздно, но я твой жесткий фанат и хочу... Блядь, ну не трогай мою Олега! Блядь, вот я настояла, когда его и положили, брат. Чей это за гнойный чепушил? Я поставлю, знаешь, чтобы... Блядь. Сыночка, я в Сан-Тропе. Здорово, звезда, братан, бро. Здорово, звезда, братан, бро. Нисер. О, Нисер. У него тоже скин. Угу. Ну, вообще, да. А что он говорит? Он говорит, здорово, братан, бро. А, это все? Я думал, вы жесткие, реально, братаны. Братанчик, йоу! Братан. Вот, кстати, вот. О, это моя Америка. Нихуя она тяжелая. Я думал, ты... Высоковато сидишь. Наоборот, поближе? Как будто бы наоборот. Да, ну вот, таблет, ну. Я думал, она вообще пластмассовая. Не, бля, тебе даже идет лучше, чем африканский мне. Принц? Вылитый. Ну что, ребята, на этом наша трансляция подходит к концу. Всем спасибо, мы собираемся и нормально обсуждать, собственно, всем как пока, у ребят. Нас завтра будет был рад свидание. Всех увидеть, приходите завтра на свидание жестко. Ну, я надеюсь, то, что оно у нас получится, мы сейчас нет. Будем обсуждать, ладно. Как его сделать. Да. Так, сейчас, секунду. Ага. Все, всем пока, ребята, я не знаю, рейд кидать кому-то? Можно это? Ты уверен, там ничего нету? Все? Все? Да. Сейчас, я еще, надо потянуть время. Корка. Ну, корка есть у меня. Я пока у меня мясо есть. Потрахаю. Блять. Короче, ребята, давайте, реально. Братанчик, всем... наконец-то. Бом-бом.